сейчас я хочу представить линию Xilen. Это линия, которая содержит капсулированный Q-энзим, то есть Q10. Это линия, предшественник D6-крем, предшественник которого, например, это крем Vitality, завоевал первое место в внедрении нанотехнологии. Это первое место получения косметологического Оскара в индустрии красоты. И в нанотехнологии, что касается именно капсуляции Q10, есть некоторые нюансы. Если ваши клиенты всегда пользовались кремами широкого потребления, например, там, содержащие минеральные масла, то крема не проходили через, то есть желаемого эффекта по пенетрации не добивались. И клиент всегда чувствовал какую-то, скажем, масляную оболочку на поверхности кожи. То есть здесь мы гарантируем полностью полную пенетрацию. И что чувствует клиент? Клиент чувствует, когда кожа может стягиваться. И к таким, скажем, таким эмоциям или к таким эффектам клиент не привык. Но это не сушит. Такой крем сушить не может. Что происходит? Происходит уплотнение ткани, происходит лифтинг, да, в котором нуждается кожа, поэтому и содержит Q10. И как раз возрастная кожа чувствует такой легкий дискомфорт. Но в течение короткого времени кожа привыкает, клиент очень быстро увидит, как кожа начинает стягиваться, уплотняться, контур подтягивается, кожа становится ровной, подтянутой и эластичной. И здесь мы видим, как и клиент приобретает свое ощущение комфорта, определенный лифтинг и какое-то, скажем, ощущение молодости. Наши крема содержат капсулированный Q-энзим, то есть Q10. И концентрацию крема или концентрацию этого вещества вы увидите в самом креме. Чуть позже я покажу, как выглядит этот крем. Если вы увидите на полках крем, где стоит, где написано «содержит Q-энзим», а крем оказывается белого цвета, или если его не подкрасили, тогда мы четко понимаем, что Q10 в креме абсолютно нет. И это химическое неустойчивое вещество, которое подлежит только капсуляции, если мы хотим увидеть определенный эффект, или если мы хотим действительно добиться того, чтобы кожа восприняла этот Q-энзим. Концентрация Q-энзима не может быть ни в одном креме выше, чем у нас. Только наша запатентованная технология позволяет капсулировать Q10 в нанолипиды и иметь максимальную концентрацию. Поэтому, как вы позже увидите, крема будут иметь очень желтый концентрированный цвет. А что же такое Q10? Зачем это нужно? Почему это так важно, особенно для кожи, которая подлежит регенерации? Q10 – это жизненно важный компонент для энергетического обмена, который принимает участие в АТФ, то есть в аденозин-трифосфат. Участие в синтезе энергетического обмена между клетками. Это химически неустойчивый продукт, элемент, и потому что, чтобы обеспечить его пенетрацию, важна транспортная защищающая система. Что такое Q10? Химики, конечно, называют это убихинон. Когда же происходит снижение убихинона? И это все происходит с возрастом. Убихинон частично вырабатывается в нашем организме и частично поступается с пищей. Это брокколи, это рыба и другие многие природные элементы, которые дают нам этот элемент, жизненно важный элемент. Самое большое количество убихинона находится в митохондрии клеток, таких как энергопотребляющих, такие сердце, почки, поджелудочная железа. И нашей коже практически этого вещества не хватает. Поэтому исследователи рекомендуют принимать также биодобавки с коэнзимом.
для того, чтобы кожа могла лучше регенерироваться, выглядеть здоровой и эластичной. И, к сожалению, после 30 лет начинается понижение содержания убихинона в нашем организме. И поэтому, конечно, мы рекомендуем принимать или хотя бы делать курс крема с Q10 и принимать также биодобавки. Поэтому, когда происходит вычерпывание убихинона из организма, кожа начинает стареть, теряет упругость, эластичность и получает какой-то тусклый вид. Поэтому, пользуясь этими, эти кремы способны предотвратить преждевременное старение. Эта линия Xylen предлагает нам, я думаю, одно и единственное такой консистенции очищающее средство. Это масло-гель, приятная шелковая консистенция, которая способна очистить такую кожу возрастную, регенерирующую, несколько поврежденную. Именно этот продукт не нарушать pH и поэтому не требует тонизирования. Этот масло-гель есть также в упаковке 100 мл как для домашнего ухода, так и для ухода в профессиональной процедуре. Также эта линия Xylen подарила нам незаменимое прекрасное средство для ухода для области глаз. Это крем iCatool Perfection. Крем сам, во-первых, очень удобен в применении. Такой, скажем, металлический наконечник помогает или дает возможность очень удобно и прекрасно распределять этот крем под глазами. Кроме того, имеет такой фокус пигменты, светоотражающие частицы, которые оптически также скрывают мелкие морщинки и делают область глаз намного привлекательнее и, да, кокетливый взгляд. Это потрясающий компонент активных компонентов, потрясающий концентрат активных компонентов, источник энергии для интенсивной регенерации и реструктуризации области глаз. Абсолютно новая рецептура, также и для чувствительной области глаз, которую подарил нам возможность производитель доктор Римплер. Этот интенсивный компонент Q-энзим в сочетании с пигментами обеспечивает выравнивание рельефа, дарит свежий взгляд и, конечно, благодаря мерцанию все больше дарит сияние и радости. Хорошее настроение. Далее, это незабываемый эффект и самый необходимый для всех женщин этой страны. Q10, заряженные или капсулированные в нанолипиды, затем это также пептиды, улучшают отток лимфатической системы. А тетрапептиды в области глаз ускоряют транспортировку застойных явлений. Это помогает снимать быстрее отечность и придавать свежий вид. А устранение темных кругов относится также к свойствам этого крема. И логически продуманная комбинация растительных экстрактов, да, активирует микроциркуляцию и активизацию капилляров, то есть убирает покраснения и нежелательные эффекты для того, чтобы создать свежий и яркий вид области глаз. Креса является миорелаксантом натурального происхождения и в сочетании с коэнзимом предупреждает появление морщин и гарантирует пролонгированное действие анти-эйдж эффекта. Следующий продукт – это сыворотка Energizer, которая предлагается производителям 20 мл – это для домашнего ухода и 50 мл – это для профессиональных процедур. Также в сыворотке, я чуть позже покажу, также видно, что сыворотка содержит Q10. Это гелевая приятная субстанция желтого цвета, немножко такую как бы прозрачную внешность она имеет. Это потрясающий концентрат активных веществ и источник энергии для интенсивного увлажнения, для витализации и реструктуризации кожи. Это идеальная текстура и благодаря нанотехнологии
предназначена для оптимальной пенетрации активных веществ и энергетического заряда. Разглаживает морщинки, предотвращает преждевременное старение. И, как я уже говорила, только благодаря и содержанию концентрации Q10 и нанотехнологии, именно сыворотка имеет максимальную концентрацию и максимальную эффективность именно этого компонента. Кроме того, мерилаксант, который имеет растительное происхождение, как я уже сказала, в сочетании с коэнзимом гарантирует пролонгированное действие антиэйдж-эффекта. А следующий крем – это оживляющий крем возрождения, который также имеет концентрацию Q10. Здесь идет 2% капсулированного Q10, идет презентация 200 мл, это для профессионального ухода, и 50 мл для домашнего ухода. Это крем 24-часового действия. Нежная тающая структура также обеспечивает УФА-защиту, стимулирует микроциркуляцию клеток и значительно укрепляет контур лица, структуру, плотность, показывает плотность кожи, и видно, как структура кожи становится плотной и стабильной. Крем также защищает от антиоксидантного стресса, поддерживает молодость кожи. И идеальная текстура, благодаря нанотехнологии, предназначена для оптимальной пенетрации всех активных компонентов и для энергетического заряда. Разглаживает морщины и предотвращает от преждевременного старения. Следующий крем, который предлагает нам линия Excellent, это крем «Неподвластный времени». Значит, сотрите следы времени. Это изысканная рецептура, резервуар магической энергии, которая по праву называется мягкой нехирургической альтернативной подтяжкой лица. Это крем 24-часового действия. Нежная тающая текстура обеспечивает тоже УФА-защиту. Микс из пептидов, растительных экстрактов и натуральных масел восстанавливает структуру соединительных тканей и укрепляет естественные функции кожи. Крем также предлагается нам 200 мл для профессионального использования и 50 мл для домашнего использования. Кроме того, есть 5 мл для наших клиентов, которые готовы сначала попробовать и оценить качество крема. Разглаживает морщины, предотвращает преждевременное старение, обеспечивает уход с пролонгированным действием и дарит ощущение комфорта, причем не оставляет никакого жирного блеска. Следующая маска, которая очень разнообразно применяется в профессиональных программах, это взбитые сливки, которая улучшает энергетический обмен, которая выравнивает рельеф кожи, которая дарит свежесть, такой приятный, ухоженный вид. Очень многие косметологи, также и девушки, женщины для домашнего ухода применяют эту маску. И есть здесь одна такая изюминка, которую можно также применять и в любых условиях. Значит, маску можно разделить на 4 части. Производитель настолько хорошо думает она, что этой маски будет очень много для одной процедуры. А сейчас я покажу, как она приготавливается.